Итоги британского референдума по выходу из Евросоюза сегодня активно комментируют и депутаты Российской Госдумы. Звучат разные мнения. Лейтмотив результаты голосования отражает кризис, который переживает старый свет. Народ Британии сделал правильный вывод. Сельская, крестьянская, провинциальная, рабочая Британия сказала нет тому союзу, который создала финансовая мафия, глобалисты и все остальные. Мы направим телеграмму поздравительную премьер-министру Кэмерону. Будущее Евросоюза – это выход. Германия и Франция выйдут, и Евросоюз окончательно распадется. То же самое НАТО. Германия выйдет, все распадется. Я лично очень доволен итогами этого референдума. Англия и показала, что они берегут свои социальные завоевания, ибо трансатлантическое соглашение их лишало в этом. Они вдруг заявили, что мы не желаем принимать миллионы беженцев. Уже миллион Европа приняла и задохнулась. Они заявили о том, что хоть и Америка старший брат, но мы тем не менее сами с усами и будем управлять своей страной, как считаем нужным.